Сейчас мы на это стекло наклеим наклейку вот с таким рисунком. Снизу подставим, когда будем резать канцелярским ножом, чтобы не порезать стол. Снизу что-нибудь подставим, вот бумажку. Если потолще подставить, еще лучше, конечно, но то, что под рукой попалось, то и подставим. Сверху ставим стекло, снизу наклейку и режем. Но здесь немножко с запасом режем, конечно. Не обязательно впритык резать. Здесь я ровно порезал, потому что я с этой стороны оставил место немножко. Можно ровно, можно неровно. Это мы со временем потом можем исправить. Мы сейчас вот так приподнимаем. Он уже порезался. Сейчас надо с этой стороны тоже порезать. Вот здесь с этой стороны у нас место есть, запас. Поэтому с той стороны тоже буду притык резать. Снизу бумажку тоже подставим. Сильно давить не будем. Резали. Сейчас почистим сверху, уберем лишнюю пыль, грязь, если есть. Это у нас мыльный раствор, нальем немножко и размажем. Здесь, конечно, опрыскивателем было бы лучше. Сейчас его искать времени нету и желания особо нету, поэтому приходится подручными средствами работать. Полностью намочили мыльным раствором.
мыльный раствор наносится, чтобы он сильно не приклеился, можно было регулировать им. Если мы мыльный раствор не нанесем, то красиво приклеить не получится. Так регулировать не получается. Сильно клеится, поэтому тяжело будет. После того, как выровняли все края, постепенно убираем, потихоньку убираем мыльный раствор и пузырьки, которые здесь находятся. Можно вот такой штучкой, можно пластиковой карточкой. После долгих усилий он у нас приклеился. Вот уже не двигается. Сейчас нам нужно отрезать края. Вначале сильно надавливать не нужно, а потом уже можно сильно надавливать. Потому что вначале, когда сильно надавливаем, пленка туда-сюда бегает и тяжело бывает. Клеить. Берем наш канцелярский ножик. И вот так сверху вниз убираем края. Здесь неровно порезано, поэтому так чуть тяжеловато его резать. Все, все края выровняли. Сейчас еще немножко надо пройтись, края тоже приклеить, где у нас отклеились, и все будет готово.
И на эту наклеили наклейку. Вот так они у нас выглядят.